Вместо предисловия. В этой кантате мы хотим рассказать, о чем мы разговариваем между собой и что думаем про вас, милые взрослые. Вот, послушайте. За женой ходит, ходит, глаз с нее не сводит целый день. Тогда она начинает догадываться, что он в нее, кажется, влюблен. Кажется, он в нее влюблен. Вот почему муж за женой ходит и глаз с нее не сводит. Это очень важное место у человека. Там расположены макароны в нашем животе. И суп, и вкусненький компот, и тоже в нашем животе. И среди всего этого где-то еще сердце помещается. Thank you.
муж. Несколько слов о муже. С этим человеком сложно, потому что много хлопот. Расходы большие. Подвести тебя этот человек может. Сначала он был красивый и хороший, а после того, как ты на нем женился, стал ругачем и толстым. Снова придет. Приходит, уходит, совсем не приходит. Целый год ее он ждет. Музу.
этого половина на половину. Потому что мама то ругает, то мороженое покупает. У детей счастье – это мама. Интуиция. У кого она есть, тот к двери подходит и сразу чувствует, что за ней его поджидают. И поэтому он заранее достает пистолет, врывается, бух-трак и без лишних слов начинает стрелять. Вот что значит интуиция. Бессонница. Это может быть у невесты. Лежит она ночью и думает, какое у меня завтра платье будет, красивое или нет, а главное, какой у меня муж будет. Это может быть у невесты. Бессонница.
гадание. Кто же в меня влюблен? Сейчас погадаю. Сначала я собиралась жениться на Яше. Потом решила погадать на Леву. Но получилось, что лучше жениться на Антоне. Вот такое вот гадание. Засохшие, то они обычно отказываются. Говорят, что этого не любят. Вот такие они интеллигентные люди, аристократы. Получается у бабушки. У мамы тоже очень хорошо получается. А папа хлеб зато хорошо режет. Очень хорошо. И папа, и мама, и бабушка тоже очень любят меня. Еда.
Сложная есть профессия. Угадайте, какая? Профессия очень-очень тяжелая. Манекенщица. Потому что нужно все время сидеть на диете и очень быстро снимать с себя одежду. Профессия очень тяжелая, манекенщица. Вот такая профессия. Высказывание «хвост». Он приделан к зверю сзади. Например, корова. Кончается, кончается и начинается он. Кто он? Хвост. Правильно. Все знают. Это хвост. Окончаю.
камерный оркестр «Времена года», концертный хор «Полет» и хореографический ансамбль «Сказка». Дирижер Владислав Булаков.